Дело в том, что сейчас мы сейчас попали в детский сад номер 11, Колокольчик, для детей с нарушением интеллекта. Значит, Министерство образования Донецкой Народной Республики. В нашем детском саду обучаются дети, у которых есть проблемы с речью, проблемы с какими-то определенными структурами мозговыми. Вот. И нам, конечно, в это время очень помощь никогда никому не мешает. И есть в нашей стране еще, в нашем городе люди добрые, которые помогают и не бросают в это трудное время наших детей. Потому что в основном дети малоимущие, в основном дети, две группы у нас круглосуточные дети находятся здесь с понедельника по пятницу. Ужин, конечно, у нас обязательно должен быть полноценным, поэтому представители королевства сладостей фирмы, именно ЧП Шаленкова, Стелла Сергеевна, в лице Стеллы Сергеевны Шаленковой, помогают нам кондитерскими изделиями. Что конкретно они нам привозят? Каждый месяц привозят нам и интернату, который находится в Халиновке, интернат номер 4 и на базе детский сад номер 16, привозят нам кондитерские вырубы, кондитерские изделия, которые мы выдаем по меню детям. Вследствие этого, естественно, меню улучшается, питание детей значительно улучшилось. Сейчас к Светлому Христову Воскресенье нам они подвезли Пасхи, вот, за что мы им очень благодарны, мы не ожидали, это был практически сюрприз, сегодня позвонили, мы очень рады, и я думаю, что наши дети будут рады этому сладкому подарку, вот, который мы, естественно, выдадим, и они покушают, и... Ну, такое большое спасибо, что есть такие люди в нашем городе. Вот так вот.